Добрий вечір, шановна громада, добрий вечір, шановні гості, студії, експерти, шановні глядачі. Втім, відверто кажучи, сьогодні недоречно розподіляти наших усіх, хто є у цій студії, на гостей, експертів, будь-кого ще. Адже сьогодні усі, окрім, напевно, тільки хіба що мене, є експертами у своїй галузі. І розмова наша, як завжди, у цій парі на телеканалі «Миколаїв» у програмі «Контраргумент» піде про найактуальніше питання нашого життя, життя нашої області, нашої держави. І сьогодні тема складна, і навіть саме тому ми вибрали таку незвичну для «Контраргумента» форму, форму круглого столу. Адже ми сьогодні будемо говорити про інвестиційний клімат, інвестиційну привабливість Миколаївщини. Бо досить багато зараз є різноманітних думок, публікацій, висловів щодо того, що оскільки країна воює, оскільки в країні зараз дуже складно з економікою, то і нема чого взагалі розмовляти про будь-які інвестиції, про будь-яку привабливість нашого регіону та і держави взагалі. Втім, як виявляється, все не так погано, не так песимістично. І тому я з задоволенням представляю наших гостей. За півгодини ви побачите на екранах телефони нашої прямої лінії, зможете долучитися до нашої розмови. І, як завжди, ми усі разом будемо говорити про те, що нас хвилює. Отже, я з задоволенням представляю наших гостей. Це Сергій Іванович Дорошенко, директор з персоналу публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан». Микола Валерійович Балакирєв, керівник групи спеціалістів компанії «Рексім». Сергій Миколаївич Карцев, екс-віце-мер, екс-віце-губернатор. І я відкрию невеличкий секрет. Він практично є співавтором сьогоднішньої програми, адже ідея цієї програми належить йому. Так само, як він був найголовнішим радником і помічником нам усім у підборі сьогоднішніх гостей, і я впевнений, що ви справді, шановні глядачі, почуєте дуже цікаву розмову і дізнаєтесь багато цікавого про те, що взагалі відбувається в Миколаїві і на що нам чекати найближчим часом. Я продовжую представлення наших усіх, хто є сьогодні в студії. Це Олександр Михайлович Сагайдаков, генеральний директор Чорноморської яхтової верфі. Далі ліворуч мене Сергій Юрійович Тараненко, керівник ради директорів оптово-роздрібної торговлі. Ігор Миколаївич Павлов, директор ТОВ «Магістраль Юг». Я перепрошую, Діна Олександрівна Шевченко, виконуюча обов'язки начальника управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради. І Віталій Сергійович Кардаш, експерт з інвестицій в галузі морського транспорту. Отже, як бачите, склад у нас сьогодні дуже серйозний. І перш ніж розпочати нашу програму, я пропоную подивитися про сюжет, який буде своєрідним камертоном, задасть тон нашій сьогоднішній розмові. Його підготувала директор телевізійного мовлення нашого телеканалу Тетяна Мілякіна. Будь ласка. Інвестиційний проект з найбільшою ефективністю може бути реалізований в тому регіоні, де для цього створені умови. Інвестпривабливість території залежить від багатьох чинників: розвиток економіки, інфраструктури, природні і енергетичні ресурси, якість робочої сили. Безумовними також є політична і економічна стабільність, стале правове поле, податковий клімат. Відомий і давній шовковий шлях від варягів в греки пролягав саме через наш край. Тому перший плюс інвестпривабливості Миколаєва – вигідне географічне положення і розвинений транспортний вузол. Річки, автодороги, залізниця, повітряне сполучення. Не кожне місто України може похвалитися наявністю такої розгалуженої системи шляхів. Стратегічний напрямок – портове господарство. Порти Миколаєва, три морських і річкові, здійснюють навігацію цілорічно. Кожен має свої особливості та можливості обробки вантажів. Будують нові термінали, які інвестують кошти як вітчизняні, так і закордонні бізнесмени. Миколаїв був народжений суднобудуванням. На жаль, в цій профільній галузі останніми роками не надто багато досягнень. Але навіть за відсутності великих замовлень на будівництво суден, завантажити підприємство можна завдяки судноремонту. Поки що його обсяги незначні.
За даними Головного управління статистики, протягом першого кварталу 2015 року в підприємства області залучено більше 8 мільйонів доларів Сполучених Штатів прямих інвестицій від партнерів з 10 країн світу, що на 5 мільйонів доларів більше, ніж в першому кварталі минулого року. Більша частина іноземного капіталу зосереджена на підприємствах обласного центру. 79% реалізованої продукції припадає на переробну промисловість Миколаєва, 30% – на металургійне виробництво, 13% – на виробництво харчових продуктів і напоїв. Понад 90% державного виробництва газових турбін припадає на підприємство «Зоря-Машпроект», 80% – глинозему – на МГЗ. Лідер аграрного ринку СП «Нібулон» реалізує власну інвестиційну програму з будівництва сучасних елеваторів і річкових терміналів. Аналізуючи досвід залучення інвестицій, можна виділити і такі пріоритетні напрямки розвитку – модернізація ЖКГ, впровадження енергозберігаючих технологій та альтернативного джерела енергії, розвиток транспортної інфраструктури, туризму. Особливості та конкурентні переваги Миколаєва, як то наявність кваліфікованої і водночас недорогої робочої сили, потужний науково-виробничий потенціал, врешті-решт мають зіграти на користь нашому місту. Напрямків чимало, головне бажання до співпраці і готовність створити прозорі та чесні правила гри на широкому інвестиційному полі. Отже, я думаю, що це добрий початок нашої розмови. І зараз, перш ніж розпочати власну дискусію, я хотів би надати слово Діні Олександрівні Шевченко, адже вона є справді фахівцем саме у цій галузі. І як Сергій Миколаївич Карцев, який є багаторічним експертом у галузі місцевого самоврядування, так і Діна Олександрівна, власне, займається тим, що залучує і розповідає, залучує інвестиції до Миколаєва, розповідає потенційним та таким вже реальним інвесторам про те, що насправді є в Миколаєві такого цікавого і чому, незважаючи на будь-які обставини, сюди вже сьогодні або навіть вчора вже треба вкладати гроші. Будь ласка, Діна Олександрівна. Добрий день, уважаемые телезрители, уважаемые гости студии. Значит, одним из наиболее актуальных вопросов в условиях ограниченности собственных финансовых средств является привлечение инвестиций для реализации наиболее важных проектов, которые это могут быть и экономические, и социальные проекты. Основные такие проекты собраны у нас в инвестиционном портфеле, которые представляют собой более 60 таких проектов, и инициаторами этих проектов являются организаторы различных форм собственности. Сегодня я хотела представить один из приоритетных проектов города Николаева, реализация которого позволила бы дать толчок экономическому развитию города и улучшить жизнь населения города. Значит, этот проект имеет название «Строительство индустриального парка Николаев». Сначала расскажу коротко об истории создания этого проекта. Значит, работа над ним началась еще в 2011 году, когда в рамках проекта «Link USAID» город Николаев принял участие в конкурсном отборе земельных участков, которые потенциально представляют интерес для освоения под индустриальные и логистические парки. В результате такого конкурсного отбора был отобран земельный участок на территории второй промзоны города и был разработан международными специалистами совместно с представителями Николаевского городского совета концептуальный дизайн будущего индустриального парка. Значит, что представляет собой этот земельный участок? Земельный участок представляет собой земельный участок размером около 100 гектар. Вот, и планируется, реализация его в две фазы. Первая фаза представляет собой земельный участок около 22 гектар, на котором планируется разместить в основном это предприятия небольшие оптовой торговли розничной, это АЗС могут быть, это могут быть какие-то центры управления будущего индустриального парка, какие-то организации общественного питания, которые впоследствии будут обслуживать этот индустриальный парк.
Вторая фаза представляет собой земельный участок около 78 гектар, и это является основной фазой создания индустриального парка, и она, значит, и планируется, что она будет приносить более, наибольший экономический эффект. И, значит, и планируется привлечение около 6 инвесторов и как бы больших, размещение больших промышленных мощностей. Денис, я прошу прощения, в какие сроки вот планируется осуществить первый и второй этапы? И сразу вопрос, который вот я сказал, что я, наверное, единственный здесь не специалист, то есть, наверное, наверняка единственный не специалист и не эксперт в этой области, поэтому я буду представлять такого, знаете, изумленного николаевского горожанина, который в этом ничем не разбирается, но у него возникают такие, знаете, детские вопросы. В Николаеве полно предприятий. Трансформаторные, конденсаторные приблизительно в том же районе находятся, да, и так далее. Они простаивают. Идешь по тем, мимо дурмашины, идешь мимо экватора, ну страшно, просто выбитые окна, пустые цеха. Какой смысл строить что-то еще новое, если у нас простаивают огромные, приспособленные для производства площади? Ну, смысл вообще в этом проекте, это то, что мы хотели именно, значит, на этой участке земли создать новую промышленную зону, которая уже как бы отведена в генеральном плане города, и создать какие-то принципиально новые технологии и инновационные технологии. Это могут быть IT-предприятия, IT-сферы, это могут быть предприятия по энергоэффективности там. К примеру, это очень сейчас актуальная тема, и поэтому мы считаем, что, может быть, даже лучше будет, что если это будет что-то новое построено на основании новых технологий, экологических и всего остального, но... Уважаемые коллеги, я просто приглашаю всех присоединяться к этой дискуссии, потому что наверняка каждому есть что сказать, судя по многозначительным улыбкам, я не ошибаюсь. Но... это пока некая вот витрина, то есть, ну, вот что-то, что вы предлагаете у вас купить инвесторам. Да. Или это уже что-то, что вы начали делать, и есть конкретные сроки, адреса, пароли, явки, когда это все начнется? Нет, это, как вы правильно сказали, витрина, которая только разрабатывается, концепция нами разрабатывается управлением экономики, но если в эту концепцию будет включаться еще какой-то инвестор, который предложит свои какие-то проекты, свои какие-то видения индустриального парка, мы готовы их тоже как бы рассмотреть. Но еще не, это как бы предлагается земельный участок, и сроков никаких конкретно еще нет. Понятно. Скажите, пожалуйста, уважаемые господа, вот любой из вас, предприниматель с серьезным стажем, с многочисленными коллективами за спиной, с богатым опытом, с серьезными финансами, вас бы заинтересовало участие в таком вот индустриальном парке при тех условиях, что, в общем-то, есть уже какие-то мощности, которые, ну, не мощности, площади, скажем, да, в которых можно разместить ваши мощности, есть, и учитывая, каким грузом для тех, кто сейчас их содержит, являются эти пустые стены, наверняка их можно купить по бросовой цене, просто чтобы избавить от лишнего груза тех, кто их сейчас содержит. Наверняка можно найти землю в том же самом, где-то на выселках в Николаеве, в той же самой промзоне, сравнительно недорого, и сделать то, что вы сами сочтете нужным. Я в данном случае выступаю как адвокат дьявола, я просто пытаюсь понять вот смысл этого. Наверняка эти вопросы возникнут и у зрителей. Пожалуйста, господа, давайте подискутируем эту тему. Сергей Николаевич, ну давайте начнем с вас. Во-первых, Дина Александровна, не нервничайте. Не надо, понятно, что перед камерой всегда теряешься, и это относится ко всему. Ну, перед камерой все-таки лучше, чем в камере, так что, в общем-то, почувствуйте разницу. Чтобы мы все поняли, цель контраргумента – это определенного рода мозговой штурм, который позволит услышать горсовету, горосполкому, те идеи, которые сегодня бродят внизу, а сегодня еще и с учетом практики, вот непосредственной практики вот успешных бизнесменов, которые находятся за этим круглым столом. В качестве примера. У нас прошлый контраргумент был посвящен пароходству, и потом плавно перетек в речные перевозки вокруг, речные транспортные перевозки вокруг Николаева, и город
отреагировал моментально. Во вторник уже было весьма, Ярослав Владимирович, собрано весьма интересное совещание с таким уровнем приличным, где пошли конкретные планы, задачи и сроки. Очень то есть протокол отвечает на кто, что. В общем, так практическое продолжение есть наших разговоров. Поэтому и сегодняшний контраргумент именно нацелен на это. Что касается инвестиций, вы как экономист, мы все знаем, что инвестиции, ну, по большому, можно разделить на внешние и внутренние. Внешние инвестиции, те, которые придут тем, ну, кому интересно. Вот на такую площадку, как вы говорите, кстати, мы с Николаем Валерьевичем обменивались, это площадка еще 94-го года рождения. Она родилась еще тогда. Нет, в 11-м году. Вот, она, то есть она варится, и, ну, ВОЗ и ныне там. Может быть, просто это такой вот завалящий товар, который никак невозможно продать? А вот я думаю, Ярослав Владимирович, мы сегодня найдем механизм, когда товар можно продать. Так вот, мне кажется, что сегодня, будь в условиях, с учетом нынешних условий Украины, наиболее выгодным будет внутренние инвестиции. То есть инвестиции, которые стыкуют внутренних инвесторов. С одной стороны, это власть, с другой стороны, это бизнесмен. Я вам скажу, в 1994 году, Балакир не даст соврать, у нас были проблемы и с транспортом, но вот интересный был сюжет по хлебу. 4 хлебзавода стали, хлеба не было. И власть тогда нашла механизм привлечения инвестиций, бизнесмены, которые вложили деньги в оборудование, запустили хлеб, и мы 40 пекарен получили, а уже в 98 году их было 68. Так вот сегодня, мне кажется, необходимо использовать именно такой механизм. Надо заинтересовать бизнесмена в том, что ему выгодно сотрудничать с властью. Много говорю, Ярослав Владимирович, давайте... Ну, тогда давайте, Александр Михайлович, вот к вам. Вы сказали, что вам столько всего говорить, что можете солировать. Кстати, маленький анонс. Завтра вы таки будете, ну, не солировать, а в дуэтом выступать в программе «Контраргумент по скриптум». И там будет тоже много чего интересного. Но это мы забегаем наперед. А вот сейчас. Скажите, мы показывали в прошлой программе вашу верфь. Вы говорили, что она абсолютно конкурентоспособна. То есть там входит в десятку, в общем-то, ваши дизайнеры. Ну, по крайней мере, на равных воспринимаются с теми, кто входит в десятку лучших дизайнеров мира. Но тогда вот не про... Дизайнеров мира по-другому. Производители на этом уровне. Хорошо. Дизайнеров мира. Это, знаете, этих лучше не трогать. Хорошо, ладно. Давайте так. Поправляйте меня. Я сказал, я не специалист. Но вопрос как бы тогда не прозвучал относительно того, какова перспектива вот вашего развития, если, допустим, там... Понятно, вы для составляете конкуренцию, вас никто не заинтересован рекламировать. Вы делаете дешевле и не менее качественно. А есть ли возможность вот для каких-то инвестиций, для какого-то развития того, что вы там делаете с привлечением, возможно, иностранного капитала, вот здесь, на этих территориях? Знаете, самое правильное, необходимо прежде всего сформулировать, а кого, собственно говоря, заинтересовывать. Должен быть портрет. Для того, чтобы понимать, кто должен быть, например, моим потребителем, мы провели большую исследовательскую работу для того, чтобы выяснить, а кто является нашим потребителем, кем он должен быть, какие у него там, даже вплоть до того, что какие там ценности духовные, моральные, возраст, содержание и так далее. Вопрос в том, чтобы для того, чтобы это было привлекательно, мы говорим, а привлекательно что? Привлекательно любой бизнес привлекается тогда, когда он может получить, там, во-первых, выгоду, второе, гарантию, и самое главное, конечный замысел должен быть понятен. Я хочу понять, конечный замысел в чем? В том, что есть какие-то там территории? Я понимаю вот что. Наверное, я перейду по-другому. Что необходимо сформулировать, например, интересные проекты, которые могут быть реализованы, как Сергей Николаевич правильно сказал, внутренний потребитель. Все упирается во что? В деньги. Вопрос в том, кто их будет платить. Мы понимаем, что есть очень много различных интересных проектов, которые можно реализовать. Да, вот то, о чем мы говорили с Сергеем Николаевичем раньше, это, например, да, муниципальные транспортные водные перевозки, которые во всем мире, вот Европа, да, я по всем каналам пошел. Если не представляете себе, что это творится, это сравнить даже с морскими перевозками невозможно.
Для того, чтобы, например, купить автобус хороший, да, хороший новый автобус, не берусь за Буркуна говорить, но, наверное, в районе около там, 200-300 тысяч евро стоит хороший автобус. Но это нагрузка на дороги и всякое такое. Да, водный транспорт, это те же, например, для перевозки там, около 40-50 человек, до 60 человек, это те же там 200 тысяч евро, которые необходимо найти для того, чтобы создать инфраструктуру. Привлекательность. У нас, например, в Украине процентов 90, например, людей, которые пришли на яхтах, они убежали из Украины, потому что ввели налог, если раньше был временный ввоз, и все, скажем, туристы, посещавшие, скажем, Украину, они приходили на своих яхтах, они платили за стоянки, за топливо, за еду, в ресторанах платили деньги. Это было крайне привлекательно. Сейчас 3% от таможенной стоимости, стоимости яхты, таможенных платежей в месяц надо платить. Кто ж за это пойдет? Во всем мире принято так. Вот есть Турция, они приняли пример институтной привлекательности. Они сделали исследование лет 15 или 16 назад и выделили 5 миллиардов долларов на то, чтобы построить яхтенные марины. Потому что они посчитали, есть такое понятие, как яхтозаходы. В судостроении есть там портозаходы для коммерческих судов. И они посчитали, что вот за 15 лет они это окупят. Они купили за 5. И они выделили для этих целей, государство выделило больше 20 миллиардов долларов для того, чтобы это было. Приходит любой турист, ему что делают? Он платит там $500 за полгода и ходи где хочешь. Господи, стой. А где? Вот у нас вода вокруг, да? Раньше, мы помним, всегда были моторные лодки. Поверьте, сейчас народ много покупает для рыбалки различных там маломерных судов, чуть побольше судов. Им надо где-то стоять, им необходимо заправляться на воде. Вот где? С канистрами, да, разливать воду, топливо, заправки для топлива. Но все, что мы говорим об интересных проектах, упирается в финансирование. Невозможно, например, коммерческий производственный проект сделать... скажем так, ежели кредит взять там, под какие-то сумасшедшие деньги. Да, мы понимаем, что и 15% в современных условиях это дорого. Я, например, наше предприятие является, сколько уже, 6 лет, да, выставки Сюльдорф, и мы стоим наряду со всеми. Там, 2 года торопливочная палата Украины нам дает золотую медаль как экспортер Украины в области судостроения, как это не смешно. Но мы бьемся и стараемся быть лучшими. Но для этого требуется, чтобы, первое, привлечь сюда людей. Как привлечь? Ну как? Только, я, например, считаю, бизнес привлекает только деньгами. Гарантия, кредиты внутренние. Скажите, иностранные по-другому не скажите, вот ну, нормальные, здравые мысли. В Николаеве впервые за много лет, в силу различных обстоятельств, случилась уникальная ситуация. Больше порядка 10 единородных депутатов есть сейчас в Верховной Раде от Николаева. Раньше у нас там была парочка. И что с них было, спрашиваю. Сейчас это не просто, опять-таки, знаете, политики с многолетним стажем, которые, в общем-то, давно уже забыли, что они умели до того, как стали политиками. Это совершенно конкретные производственники, люди, которые умеют считать деньги, причем не только за голосование, а которые, в общем, понимают то, о чем вы говорите. И продвигать подобные идеи, мне кажется, вполне логично. Вот тогда, наверное, необходима какая-то цепочка, правильно? Вот это то, о чем говорит Сергей Николаевич, о чем говорите вы, да? И тогда вот те предложения, которые говорит Дина Александровна, они на самом деле вот обросли бы мясом, плотью, кожей и стали бы чем-то на что-то похожими. Пока что, как мы понимаем, с 94 года пытаются продать этот участок где-то там за городом, а ничего не получается. Ну, не за городом, но фактически, да, там вдали от шума городского. И ничего не получается. Давайте подумаем над этим. А пока я хотел бы Игоря Николаевича Павлова спросить, поскольку он, в общем-то, человек сухопутный, в отличие от нескольких присутствующих здесь экспертов, то вот как вам, Игорь Николаевич, видится эта ситуация? И сухопутно, и связан с судоремонтом. Я скажу так. Вот то, что говорит Дина Александровна, я понял только одно. Есть территория, которая находится близко к городу, где у нас есть у нас здесь, ну вы не озвучили, да, там дешевая электроэнергия, зарплата у людей сегодня не такая большая, да, говорит, так это интересно, что людей привлечь, можно их обучать к чему-то. То есть есть земля, да, 100 гектаров, и она стоит практически бесплатно. То, что мы говорим, там дурмашина, там еще где-то что-то можно было бы
освоить, там, построить, оно сегодня все равно стоит больших денег. Для нас, для Украины, да, оно стоит каких-то денег. И вот. И инвестор, если, допустим, пришел со своим каким-то хорошим проектом, у которого есть, там, я считаю, там не построить там одно здание там, или один бокс, а действительно что-то построить стоящее, там, сборочные цеха, там, вот, то это, конечно, было бы интересно. Идея, безусловно, классная. И вот это вот у нас не просто так, естественно, гербы Николаева, а это диски, вот, которые предлагаются инвесторам. Я буду искренне рад, если такой в следующем, так сказать, выпуске этих дисков будет и наша программа, в которой, в общем-то, будет идти об этом речь, понятным для инвесторов языком. Но только вот почему с 1994 года до сих пор это не произошло? Я помню массу проектов о том, как Николаев как транзитный узел, Николаев как перевалочный пункт и так далее. Вот что-то не получается. Я скажу так. Вы сами знаете прекрасно, да, вот там полтора года назад это произошла революция, и мы знаем почему. Потому что весь бизнес, который здесь был, все, что делалось, оно было не совсем прозрачно. Мы понимаем, что сюда хорошие, ну, бумари, так, и, то ли европеец, то ли с другой какой-то, ну, с континента мирового приехать на Украину, он будет, ну, за свои деньги переживать. И никто сюда просто так не вложит. Естественно, что сейчас Украина, если она хочет быть интересно, привлекательно. Я думаю, война, она когда-то закончится, и закончится для Украины благополучно. Мы должны открыть свои границы, себя открыть прежде всего, показать, что мы есть вот такие люди, открытые, честные, и показать всему миру, бизнесу, что мы готовы встречать, мы готовы осваивать их деньги, и, ну, будем говорить так, в бизнесе, как называется, мы никого не кинем. Знаете, угрожающе прозвучала фраза «мы готовы осваивать их деньги». Я осваивать, тут, помогать. Нет, поймите, я на самом деле иронизирую. Но я вот сегодня прочитал, вышедшую несколько дней на сайте Петра Мазепа, очень мне нравится, такую достаточно провокативную статью. Прочитаю вам оттуда маленький фрагментик, вот как раз по поводу наших людей, которые будут осваивать деньги. «Забег будет очень долгим и болезненным, это уже видно всем трезвым людям. Система сопротивляется как может. Все хотят играть в косынку, получать конверты за то, что нужно делать за зарплату, а потом целый день избегать наказания за то, что не сделали вчера. Притом эти люди знают, что делают. Выдумывать отговорки и создавать схемы у них получается хорошо. Это не глупость, это такой стиль работы. Наши товары плохо конкурируют на рынках, а экономика все еще токсична для многих иностранных инвесторов из-за излишней регуляции, коррупционных преград и военных действий». Вот, собственно говоря, давайте оспорим. Приведите мне примеры, которые разубедят меня и автора этой статьи. Наши чиновники должны повернуться лицом. Это я о чем говорю, потому что от них тоже многое зависит здесь. Это и суды, и милиция, и все что угодно. Суждены нам благие порывы, господа, представители завода «Океан». Я вообще призываю всех активнее участвовать в дискуссии, не дождаться, пока я передам слово, потому что наверняка кому-то есть что сказать. Да, пожалуйста. Я хотел немного добавить по поводу... Виталий Сергеевич Кардаш, эксперт по инвестициям в области морского транспорта. Дело в том, что действительно, как много мы говорим, не только здесь и в нашей стране, власть должна быть отделена от бизнеса в первую очередь. Для того, чтобы можно было нормально создать инвестиционный, здоровый инвестиционный климат, должна власть выполнять отдельно свои функции власти, а бизнес должен работать и зарабатывать деньги, создавать новые рабочие места и так далее. По поводу индустриального парка Николаев, я хотел бы вот немножко как бы развить эту тему по поводу того, что все мы знаем, что помимо Николаев город Карабелов, у нас Николаев еще и портовый город. У нас есть два государственных порта, порт Октябрьский, порт Николаев, есть терминалы у нас перегрузочные, это Небулон, Никотера и так далее. Почему тогда не привязать, не увязать вот эту площадь, которая у нас вот сейчас, пока мы не знаем, что на ней разместить, и, допустим, построить там грузовой терминал по отстою грузовых машин, которые следуют в порт. Все вы знаете, что когда идет погрузка в Небулоне судна, все улицы, близлежащие к Небулону, стоят куча грузовых машин с зерном. Когда идет Николаевский порт, такая то же самое. Виталий Сергеевич, простите, перебью вас. Скажите, вот город. Идея классная. Я, кстати, насколько я помню, ну, наверное, вот Сергей Николаевич, надо соврать, году 95-м, наверное, обсуждалось. Помните, вот там вот
чуть дальше Терновской развилки, туда по дороге на Новую Одессу. Там обсуждалось, что будет создаваться вот эта вот транспортная развязка. Очень так это все. Логистический центр, да. Да, логистический центр и так далее. То есть идея на самом деле не нова, она витает. Но она сейчас очень актуальна. Скажите, вот заоборот постоянно растет в портах. Я что хочу спросить. Мы, ну, это не совсем мозговой штурм, конечно, но в любом случае я рад, что очень часто наши программы вот позволяют таким образом вот найти точки соприкосновения. Скажите, пожалуйста, Виталий Сергеевич, вы впервые услышали об этом проекте инвестиционного? Честно говоря, впервые. Я вот до начала передачи с Дианой общался. Тогда, Диана Александровна, скажите, пожалуйста, вы рассчитываете, или по крайней мере до этого момента, рассчитывали исключительно на иностранных инвесторов, которые увидят вашу презентацию и прибегут сюда с деньгами, или все-таки полагали, что могут присоединиться к этому и внутренние инвесторы, которые, как я понимаю, уже проявляют определенный интерес? А у вас, Виталий Сергеевич, я что хочу спросить, вы это высказываете просто, ну, знаете, чтобы заполнить паузу, да, ну, вот, хороший совет, недорого стоит. Либо вы готовы в этом участвовать? Я готов принимать участие в этом непосредственно там в разработке. Смотрите, полчаса программы, у вас уже есть инвестор. Мне кажется, что на самом деле надо различить, да, мы говорим про инвестиционную привлекательность города Николаева, в частности, или мы говорим про инвестиционный проект, ну, скажем, про идею проекта, даже не проект, это потому идея, что на сегодняшний момент никто не может даже сформулировать, да, то есть как у нас в стране, да, пойди туда не знаю куда, создай то не знаю что. Инвестиционный проект, который, скажем, я, по крайней мере, ни в одном участвовал, дотошно. Этого требуется с цифрами, с документами объяснить, почему, что там интересно и что там можно построить. Потому что, когда мы говорим там 22 гектара, да, или, например, у нас там нашей страны Украины не знаю сколько гектаров, да, какая разница, сколько гектаров? Необходимо очень четко сформулировать, что именно здесь можно построить. Потому что мы, когда в Киев все ездим, видим, например, смотрим какое-то производство, супер шикарное, потому что его надо выносить за город, да, и это главное, чтобы очистить наш город. И вот этих производств необходимо настроить. И для того, чтобы их настроить, мы должны увязать транспортную развязку, мы должны логистику какую-то сделать, потому что машины, как бы мы их там не прятали где-то, но они же все равно будут заходить, они же все равно будут идти в город. Должны быть маршруты разработаны, конечно, это... Но для начала, как я понимаю, надо сформулировать, собственно говоря, о чем мы говорим. Поэтому давайте мы отвлечемся от конкретно вот этого парка и давайте говорить про инвестиционную привлекательность вообще города Николаева. А то мы крутимся, в общем-то, от территории, которую надо продать. Понятно. Ну, я думаю, что на самом деле это вполне естественно идти от конкретного к общему. И вот отталкиваясь от этого, нам теперь есть что, ну, о чем говорить. Пожалуйста, Сергей Юрьевич. Ну, я плавно сделаю переход, раз мы так зацепились за этот конкретный пример. Я вот смотрел и вот видел разницу. Я смотрел, как в Китае, допустим, привлекают инвестора. И вопрос вот о территории, допустим, участке, он аналогичным образом развивался. Но подход совершенно другой. Там местная власть, ну, в нашем случае, допустим, городская, да, инвестору подходит совершенно по-другому. Они говорят, у нас есть территория, где мы готовы разместить ваше производство. Мы к этой территории за счет общины подводим дорогу, подводим электропитание. Да, я перебил. Да, это мой тяжкий грех. Это была самая интересная часть этого проекта. Оно там все предполагалось. Подводим все коммуникации, энергии. Да. Мы обеспечиваем рабочие силы. Мы обеспечиваем сопровождение, решение всех вопросов с разрешительными службами. Ваша одна задача – привнести технологии, деньги, построить производство и загрузить людей работой. Вот это в этом понимании считается очень хорошо расположенный к инвестору климат. У нас же проблема в этом существует. Ну что такое инвестиция? Инвестиция – это рискованное вложение денежных средств с целью получения прибыли. Да. Они могут быть, всегда инвестор смотрит, он может вложить не с меньшими рисками, но меньше получить доходность, он размышляет. Или более, допустим, у нас действительно не самые лучшие времена в стране, да, которые пугают инвесторов определенной нестабильностью. И поэтому могут заходить достаточно рискованные инвесторы,
И, естественно, они заинтересованы, для чего они заходят? Для того, чтобы зарабатывать свои инвестиции, сохранять, приумножать. Да? И поэтому они ищут темы, куда можно инвестировать деньги. Вот мы рассматривали различные вопросы. Конечно, это сырьевые инвесторы, они, им выбирать особо некуда, где сырье, они туда и нацелены. Ага. Да? А у нас не сырьевая база, такая в таком обширном объеме, как необходимо. Да? Мы можем тогда предложить инвесторам то, что у нас есть. Да? У нас есть люди, которые люди, да, живут, потребляют или могут работать, да? можно и загружать работы, или они потребители существующих каких-то процессов. Да? И то наше желание, которое мы хотим сюда привлечь инвестора. То есть мы должны способствовать привлечению этой деятельности, создать, как говорят, инвестиционно привлекательный климат. А проблема в чем? Настоящих буйных мало, как Высоцкий говорил, да, для того, чтобы это создать, должен действительно быть фанатично какой-то или государственный муж преданный для того, чтобы создать эту систему. Потому что частные предприниматели, они барахтаются уже по привычке сами и выживают сами. Сергей, спасибо большое. У нас есть звонок в студию. Я хотел предать слово Сергею Ивановичу Дорошенко, но вот после звонка сразу тогда у меня есть каверзный вопрос. Пожалуйста, говорите вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Ярослав, это Смирнов Владимир Никитович. Да, здравствуйте, Владимир Никитович. Уважаемое сообщество мечтателей, значит, промзона 2, на ней уже разработано, во-первых, строительство крематория с 2007 года, а дальнейшее, свежий буквально материал, на этой территории запланировано городской властью строительство нового кладбища. Это нужно городу. А промзона 2, в ней еще проходит газопровод высокого давления на глиноземный завод. Так что там по этой зоне только вот это и возможно, и это необходимо. А помечтать насчет ручек до сковородки можно потом. Спасибо, Владимир Никитович, спасибо. Значит, хочу Сергея Ивановича Дорошенко спросить. Вот вы представляете завод «Океан». Уж кому как не вам знать, и что такое инвестиции, и что такое инвестиционный климат, и что такое завести сюда деньги под наших людей, под наших чиновников. Как оно вот вообще? Да, вот смотрите, я достаточно долго отмалчивался, пытался поймать нить разговора нашего. Вот наконец-то она выкристаллизовалась. Инвестиции, конечно, достаточно сложно в Украину вообще в принципе, поскольку власть всячески, мне кажется, сопротивляется этому делу. И вот это вот шипы и розы, которые у нас тут есть, приглашают на хороший кроссроуд и говорят об этом, но тем не менее ставят во все колеса палочки всякими разными процедурами, которые предусмотрены у нас там в части разрешительных документов. Я думаю, вот туда надо направить первейшую наше внимание для того, чтобы расчистить поле для инвестиций. Инвесторы появятся в большом количестве, но если будет хороший инвестиционный климат. Ну вот Владимир Никитич, конечно, очень субъективен, называя нас сообществом мечтателей, однако вот те разговоры, которые мы ведем, каждый из нас говорит совершенно правильные вещи. Да? Говорит о том, что необходимо, чтобы власть повернулась лицом к народу, что была необходимые условия. Но почему-то в Китае это получается, а у нас при всем желании, мы говорим как бы правильные красивые слова, так у нас до сих пор вот ничего не получилось. И до сих пор как-то вот... Вроде бы все знают, что да, приходите. И даже я знаю, что вроде Николаев там вошел, по-моему, в тройку, что ли, лучших, наиболее привлекательных для инвестиций городов, пятерку, да. Ну, я не знаю, кто проводил этот рейтинг, но, возможно, наверное, у того, кто проводил этот рейтинг, были такие основания. Во всяком случае, я помню, что и Владимир Дмитриевич Чайка в свое время создавал здесь для бизнеса прямо-таки тепличные условия. И Сергей Николаевич очень много к этому приложил руку. В общем-то, наверняка есть какие-то причины, чтобы к нам сюда шли люди. Только что-то не идут. Давайте вот, Николай Владимирович, может, вы что-то скажете. Вот все-таки интересно. Здравствуйте, добрый вечер. Я хочу сразу Владимиру Никитовичу ответить, что он путает эти две площадки, это старая история. Он говорит о той площадке, которая находится на Херсонском выезде, где Харьков-Трансгаз. И там действительно газопровод высокого давления, действительно там зарезервирована была земля под другой проект. А сегодня ее отдали уже под кладбище, под все это дело. А это площадка, Владимир Никитович, которая... имеет отношение к Баштанскому выезду за, так сказать, в полях с правой стороны, когда выезжаешь за железной дорогой. И это действительно проект старый, вокруг которого много было побито горшков еще в 90-е годы, которые, к сожалению, тогда просто само Дорнье, они сами приезжали сюда, эта фирма, так сказать, всемирно известная, и хотела построить логистический центр. Сама хотела построить логистический центр. Город предложил площадку.
Но, к сожалению, они потребовали, как обычно в то время, гарантии правительства, одно, бумагу правительству. Ее никто не дал. И Дорнея туда с города уехала, а проект остался. Вокруг этого проекта вот постоянно идут. Что говорить об инвестициях конкретно, так сказать? Мне сегодня повезло, я работаю в молодой растущей компании, компания «Рексим». И это вот, на мой взгляд, является небольшим примером, так сказать, вот частного предпринимательства, когда группа людей, так сказать, загорелась идеей, вот то, о чем мы говорили, когда есть идея, для чего, кому, зачем, проанализировано, так сказать, собрание единомышленников, тоже говорил Высоцкий, когда буйных мало, вот когда их собирается несколько, то вообще все получается. И была создана идея строительства, обычно, значит, предприятие основное, которое входит в холдинг «Рексим», называется морской перегрузочный терминал «Эвери», который находится на задах бывшего комбината «Алые паруса» за Таврией, так сказать, вот эти, на этих складах началось строительство вообще-то зернового терминала в свое время, так сказать, и 10 лет назад. Вот. А потом это преобразовалось уже в строительство перегрузочного терминала по наливным растительным маслам. И был построен впервые, так сказать, вот здесь, в Николаеве, то есть, поскольку порт рядом, построили просто маслопровод на 500 метров, и пароходы приходят к стенке Николаевского морского порта, а грузятся фактически от этого терминала. И за эти годы, вот только за полтора года, за последних, в холдинге вложено в развитие новых мощностей инвестиций вложено 70 миллионов гривен. То есть получается, что как бы у отдельных предприятий, у отдельных компаний есть опыт привлечения инвестиций. Я же понимаю, что строится же не только нам на внутренние инвестиции, правильно? Но конечно, вот как сделать, конечно, чтобы это стало нормально, интересно вообще для всех, кто заходит в Николаев? Я хочу сказать, что вот на мой взгляд уже, так сказать, вот просто как человек, который тоже работал и в горсовете, и в облгосадминистрации. Сегодня основная привлекательность наша связана с переработкой и с логистикой морского транспорта, перегрузка и так далее. И вы посмотрите, что вот это пример как раз Эвери к тому, что к причалу мы подойти не могли, но маслопровод провели. Потому что причальных стенок сегодня, к сожалению, то есть откуда идут строительства терминалов, потому что кладтик там вырвали, та же самая Никотера, которая начиналась, это сколько уже? 20 лет назад. Помним мы эти все бои экологические, когда давали первые, так сказать, все эти дела рядом с заводом «Океан», выхватывали этот кусок земли, во что превратилось сегодня это прекрасное предприятие. То же самое, что начинал Небулон со строительством своего зернового всего этого дела, и то, что он строит сегодня на реках и Днепре, и Буге, и так далее. То есть, на мой взгляд, сегодня перспектива – это выход к воде. И у нас, к сожалению, это все причальные стенки сегодня уже существующие, они все сегодня уже забиты. К сожалению, будем говорить, они простаивают на заводе «Океан» и на Черноморском заводе. Я не говорю уже про Черноморский завод, где можно сегодня вот, на этих заводах их использовать просто совершенно в других целях. Я прошу прощения, я вас перебью. Вот смотрите, в принципе, ну, у вас частная компания, там понятно, ну, в общем, конечно, не такой большой масштаб, допустим, как на заводе «Океан», да, там, но... Самый современный в Украине завод, в общем, судостроительный. Самый молодой. Фактически уничтожен. Да. Причем уничтожен целенаправленно. Я помню, с какой гордостью Николай Петрович Круглов рассказывал. Я привел к вам инвестора. Он представил могильщика. Да, вот, пожалуйста, аплодисменты. Человек, который похоронит завод «Океан». Аплодисменты. Теперь он рассказывает, как мы должны обустраивать Украину. И заниматься контрабандой. Но, в принципе, вот... На вашем примере особенно видно, это был, мне кажется, абсолютно яркий пример вот, инвестиций, да, то есть пошли деньги, что-то стало получаться, люди задействованы, инфраструктура поддерживается, уничтожена. Как вот, допустим, с примером «Океана» верить, в принципе, в инвестиционную привлекательность Николаева вообще? Если бы, допустим, с приходом новой власти, как Ирина Николаевич говорит, да, прекратилась бы процедура вот, уничтожения завода, и стало бы понятно, да, это враги пришли, они делали, а теперь-то пришла новая власть, и вот смотрите, все расцвело. А нет?
Нет, к сожалению, потому что загнали ситуацию в правовой тупик, абсолютно загнали. И решение, которое там может произойти, это политическое решение. Принять, да, действительно ли нам нужен судостроительный завод в Украине. Вот этот, тот самый молодой, с гигантским сухим доком. Один из пяти в мире, которые существуют. И там можно строить сухогрузы сумасшедшей длины. Ну, и более я вам скажу того, учитывая ту ситуацию, которая сейчас есть, тем не менее возникают такие яркие звездочки надежды. Вот недавно к нам на сайт упало вот такое объявление, ну не объявление, а сообщение о том, что турецкая компания изъявляет желание построить на заводе «Океан» сухогруз длиной там 248 метров, вот измещение в общем 110 тысяч тонн, и шириной там 42 метра, высота борта 22 метра. Свяжитесь с нами, пожалуйста, назначьте ответственного человека для того, чтобы мы вступили с вами в переговоры. И вот, а что делать? Гигантские политические риски, которые сейчас встречают всех инвесторов здесь, это вот и есть самая главная преграда, которая нам не дает развиваться инвестированию. Это гигантская проблема. Не экономическая, не люди абсолютно, не там какие-то еще, даже война, я вам хочу сказать, по большому счету, для города Николаева, какая бы она плохая ни была для Украины, может сыграть хорошую роль. Ну, в плохом, конечно же, смысле, но это будет роль в того, что Николаев может на себя взять какие-то части, которых нет, и начать осваивать те объемы, которые остались там. Ну, вот они. И глобализация. Что нам принесла глобализация? Это распределение рынков гигантское, это движение сумасшедших товаров, которые происходят. И вот он перед нами, наш дорогой Николаев, это кроссроуд, который встречает самолеты, провожает пароходы, встречает поезда и автомобили. Вот оно, про гнездо. Самолеты, я думаю, я бы поговорил осторожно, учитывая ситуацию с аэропортом. Александр Николаевич, пожалуйста. Дело в том, что мы немножечко с вами отвлекаемся. Да? Мы говорим, какой Николаев хороший, давайте вернемся к этому. Инвестиционная привлекательность начинается с того, когда власти конкретного этого города способны перечислить, что в их силах обеспечить в городе Николаеве для инвестиционной привлекательности вот этого, этого и этого. И когда власти скажут, что мы можем вам пообещать вот это, тогда, собственно говоря, так называемые инвесторы или предприниматели, скажем, посоветуются и скажут, да, если у нас освобождение там от земли, если у нас какой-то муниципальный кредит, если у нас есть программа и она будет обеспечена, власть городская должна сказать, мы вам гарантируем вот это, вот это и вот это. И это есть инвестиционная привлекательность. А место это будет, океан это будет, порт это будет, там, железная дорога. Власти должны создать непосредственно. Джентльмен, давайте предоставим слово леди. Диана Александровна, вот вы уже услышали много разных мнений, и я понимаю, что на большинство вопросов у вас, в общем-то, есть ответы. Поэтому сейчас я понимаю, что ваша презентация будет куда более живой и привязанной к практике. Пожалуйста. Ну, что хотела сказать по поводу вот работы властей в этом плане, что, конечно, городские именно власти могут немного дать гарантии. Это вот именно то, что вы сказали в плане там, освобождения там, земельных участков от паевого, ну, аренды земли, паевое освобождение от уплаты паевой участи. Как бы основная все-таки часть этих преференций возложена на государственный уровень. И вот, к примеру, вот, в частности, про индустриальный парк я могу сказать, что на государственном уровне предусмотрены такие преференции. Это и там освобождение от таможенных пошлин. Это фактически создание новой свободной экономической зоны? Нет, освобождения. Ну нет такого, нет. Не бывает такого. Это закон. Нельзя освободить от пошлин. Именно невозможно. Почему? Ну это в законе прописано в таможенном кодексе. Да ничего это не прописано. Что участники индустриального парка, товары, которые ввозятся на для ну, то есть вы создаете цели создания СЭС, индустриального да? парка, освобождаются от налогов. Я говорю, вы создаете свободную экономическую зону в рамках этого парка. Ну не мы создаем, она создает, государство создает. Это должен быть отдельный закон. В каком-то смысле. Закон, потому, что у нас на сегодняшний день существует свободная экономическая зона. Хорошо, скажите, вот правильно. Тогда, пожалуйста, давайте, вот что я буду пересказывать ваши слова и ваши вопросы. Пожалуйста. Вот я бы просто хотел продолжить, Александр Михайлович, наверное, правильно немножко сместил идею нашего разговора. То есть есть объективная реальность, есть Украина, есть законодательное поле, которое сегодня существует. Да? И сидя за этим столом, изменить инвестиционную привлекательность Украины, мы вряд ли это сделаем. Но изменить инвестиционную привлекательность Николаева и нашего региона области, вот это уже более-менее в состоянии общины и людей, которые здесь не безразличны к нашему городу.
Потому что вот то, о чем мы говорили, да, если мы сюда привлекаем, необходимо создать условия. Условия те создать, которые в состоянии создать город. Да, да, действительно. Для этого надо выявить необходимость, допустим, города в чем-то. Было много различных вариантов. Вот когда заходила, кстати, в свое время метро Таврия-В, одним из условий, и тогда это было представлено как инвестиционный проект, и одним из условий было, что заходят эти сети, они строят трамвайные пути, связывают Корабельный район с городом, это социальная ответственность, да, и обеспечение. И исходя из этого были предоставлены земельные участки по льготным ценам, преимущественное право, все. К сожалению, не последовало ответной части. Да? Предоставлены эти существуют. А что, это было джентльменское соглашение или это было прописано в документах? Осталось, во всяком случае, об этом всегда в городском совете. Ильич, ну вот заявляет. Были дебатом городского совета, сейчас нет, но в принципе есть люди, которые могут этот вопрос поднять. Так, сейчас секундочку, Сергей Ильич, закончите, пожалуйста, вы, да. Поэтому в данном случае вот этот тот вариант, который показывал, что городская власть может в принципе обеспечивать привлекательность. То есть затягивали инвестора, предполагая какие-то условия и в свое время ожидая. Ой, я помню, сколько была история о том, да, на каких условиях эти инвесторы заходили и кто что с этого получил взамен трамвайных путей. Это, к сожалению, реальность жизни. Да? Мы сейчас говорим о другом. Это вот те люди, о которых мы говорили, которые получают в конвертах деньги за то, что должны делать за зарплату. Давайте. Да, пожалуйста, Игорь Николаевич. На самом деле все немножко просто. Мы сейчас о многом говорим. Мне кажется, мы давно все ждем, что государство примет реформы. Да? Мы знаем, что оно, мы уже год ожидаем, что должны быть реформы. Что такое реформы? Это изменение ведения бизнеса, облегченного бизнеса. И все мы ждем. Я не знаю, когда это будет, вот, но оно, по-моему, для нас, для тех, кто занимается бизнесом, сегодня затянулось. Сегодня, вот на самом деле, сегодня актуально говорить, да, об инвестициях, потому что страна без инвестиций, так же как и наш город, он не поднимется. Мы будем долго подниматься. Мы, конечно, ждем этих инвестиций. Мы ждем, когда к нам приедут, будем говорить так, люди более успешные, которые что-то в другой стране уже создали, приедут со своими технологиями, помогут нам и себе, да, там, вот, построить здесь что-то. И мы бы сами работали. Причем, ну, я думаю, что если бы здесь создали бы с новыми технологиями, это, я думаю, у людей поднялась и зарплата. Игорь Николаевич, давайте все-таки будем говорить о более практических вещах. Вот о чем говорит Сергей Юрьевич. Мы не можем сейчас, то есть мы можем, конечно, поговорить, как нам бы хотелось, чтобы государство повернулось лицом к бизнесу. Но это не в нашей компетенции. Однако то, о чем говорил Сергей Юрьевич, и, в принципе, вот разные, да, выступавшие, настоящих буйных мало. Но те, кто собрались здесь, благодаря, в первую очередь, Сергею Николаевичу, это как раз вот те самые настоящие буйные, которые вот буквально с первых минут нашей программы стали предлагать свои услуги для создания чего-то реального. И в меня большую надежду вселяет то, что вот буквально через день после программы, посвященной созданию пароходства и вот этим вот всем речным вопросам, то есть и речные перевозки, и пассажирские, и грузовые, малое судостроение, уже возник разговор предметный, конкретный, который, ну, по крайней мере, может закончиться чем-то серьезным. Вот здесь есть люди, каждый из которых обладает колоссальным опытом, обладает, ну, замечательной, совершенно патриотичной волей что-то сделать для Николаева. Вот мы можем что-то сделать? Расскажите, вот как вы считаете, господа? По большому счету, все, если посмотреть любые инвестиции, которые были здесь, это инвестиции, которые сделаны за счет личного контакта, личных взаимоотношений конкретных людей с конкретными инвесторами, которые не благодаря, а вопреки пробили вот эту стену существующую, законодательную, чиновничью, все, и реализовали эту идею. Вот любой, посмотреть любой проект, любое предприятие, которое здесь есть, которое инвестировало. И в принципе, всегда говорили, что бизнесу, если не помогаете, то хоть не мешайте. Все равно будет притягивание инвесторов, все равно будет. Но, наверное, необходимо, вот, чтобы была та дверца, куда можно было постучаться и сказать, вот смотрите, есть проект, мы притягиваем инвестиции, вот помогите здесь или обеспечьте что-то.
Потому что вот из воздуха рождать тяжело. Я понимаю сотрудников исполнительной власти. Да, им тяжело что-то родить. Они вот могут, да, действительно предоставить площадку и говорить, приходите своими идеями сюда. Нет, идея классная. Смотрите, вот у каждого из вас есть, безусловно, какие-то партнеры, которых вы на определенных условиях могли бы сюда привлечь. Потому что, ну, я прекрасно помню, как рождались многие проекты в Николаеве. И я помню, в свое время еще только-только, это начало 90-х, был один пастор, который привлек в свою церковь американских бизнесменов, говорил, ребята, поймите, не разрушайте систему. Американцы дают деньги под людей, которым они верят, а не под какие-то проекты. То есть, это вот то, о чем вы говорите. Каждый может сюда привлечь людей, может с ними пойти и сказать, давайте, вот смотрите, это проект. Я знаю, куда надо идти, не для того, чтобы дать взятку, а для того, чтобы вас услышали, и нам всем от этого стало хорошо. Вам стало выгодно вести бизнес, а нам развивать инфраструктуру, Николаева, скажем, да, вот как с теми трамвайными путями. Не в карман деньги положить, да, как вот я же говорил, да, заплатить в конвертах за то, что надо делать за зарплату, а сделать для города. И чтобы депутаты, которые, кстати, тоже, в общем-то, избираются нами для того, чтобы за нашим имуществом присматривать, поднимали бы этот вопрос и, в конце концов, выкрутили руки тому, кто... либо похоронил эти самые трамвайные пути, либо заставили сделать того, кто подписывал эти документы. То есть это же в наших силах, правда? Это ведь не надо разыскивать какие-то, проводить какие-то там парламентские слушания по этому поводу. Давайте ответим на звонок зрителя, а потом продолжим поговорим на эту тему. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Я очень часто слушаю вашу передачу и очень заинтересована Спасибо. В том, что есть люди, которые обсуждают на эфир будни города и всего на свете. Но за круглым столом сидят в основном люди заслуженные, пожилые. Они уже... Почему не привлекается молодежь? Есть очень прекрасные студенты, умницы, талантливые. Есть прекрасные их выпускные работы. Вот. Почему не вникают в эти разработки, почему их не обсуждают? Ведь люди наши, наш город хотят омолодиться, они же хотят в Европу, да? Они хотят что-то нового, молодого, красивого и талантливого. Спасибо. Ну, я хочу сказать, что вот Виталий Сергеевич Кардаш, например, я как бы паспорт к нему не заглядывал, но уж комсомольцем, может быть, он побыл, а пионером наверняка не был. Поэтому здесь, в общем, достаточно молодые люди сидят. И, в принципе, то, о чем вы говорите, это правильно, безусловно. Но я совершенно уверен, что любой из студентов, который действительно написал какой-то интересный проект, может обратиться, я полагаю, к любому из здесь присутствующих с предложением этот проект реализовать. Можно я добавлю? Да, пожалуйста, Сергей. На самом деле, действительно, здесь собрались люди, которые на личном опыте, ну, я не говорю про себя, я говорю вот про всех, которые на личном опыте имели, как бы, привлекали инвесторов, и которым инвесторы верят. Потому что эти все здесь присутствующие своими делами доказали, что они могут создать то или иное производство, тот или иной бизнес. И, естественно, получить прибыль, создать новые рабочие места, налоги и так далее. Поэтому, ну, мое личное мнение, что хорошо иметь там и прописать какой-то инвестпроект, какой-то вот там... дипломная работа, пусть это будет. Но на самом деле в наших реалиях, в нашем законодательстве это делается совсем по-другому. Поэтому вот до звонка мы обсуждали вопрос, да, вот почему вот у нас все-таки получается так, что и инвестиции у нас идут не благодаря, а вопреки. Потому что у нас нет системы, у нас нет, допустим, даже в нашем там, городские власти или на уровне государства нет системного подхода к привлечению инвестиций. То есть для того, чтобы любой инвестор мог посмотреть, должны быть какие-то прописаны прозрачные методики, прозрачные модели для ведения бизнеса в Украине, для размещения инвестиций, капитала и так далее. На уровне государства, на уровне местной общины сейчас у нас... ну, на каждом углу, во всех передачах
идет, что мы сейчас идем к децентрализации, даем полномочия городским общинам, городским советам. То есть должны быть прописаны конкретные прозрачные условия, смотрите, для ведения бизнеса и инвестиций. Я на самом деле с вами согласен. Ну, кто не согласится, да, что должен? Я не соглашусь. О, пожалуйста, вопрос. Дело в том, что, значит, вопреки. Дело не вопреки. Здесь находится достаточно большое количество в Николаеве креативно умных людей, которые знают, что ему надо сделать. И для этого он делает все, что угодно, для того, чтобы привлечь сюда что? Деньги, сделать этот проект. Потому что давайте мы с вами, да, не будем путать инвестиции. Что такое инвестиции? Инвестиции – это когда кто-то хочет сюда запустить деньги и не кого-то, каких-то китайцев сюда привезти, да, а совместно с нами что-то здесь делать. Да? И он готов своей частью финансовой сюда войти, чтобы мы что-то делали. И поэтому вопрос о том, а что же здесь можно делать, да? Поэтому никакого не вопреки. Здесь есть люди, у которых есть конкретные проекты. Но есть вот государственная часть, да, о чем мы говорим, и они могут сделать реформы, которые мы все по телевизору ждем. А вторая часть – это наши местные власти, которые завтра могут говорить, что мы можем это сделать. Поэтому мы с вами различаем. Инвестиционная привлекательность, прежде всего, когда можно за свои деньги не волноваться. Правильно? Конечно. Вот. Они должны быть защищены. Да. И у каждого есть какое-то количество проектов. Да. Мне не дают этот проект реализовать, потому что у меня нет денег, да, потому что у меня нет рабочих, да, или потому что мне там не разрешает власть сделать там, условно говоря, там маленький моментик. Вот и все. Поэтому я думаю, что как раз немножко не так. Есть много проектов, да, но их может решить местная власть, либо может решить государство. Государство, все мы смотрим телевизор и ждем, когда будут большие реформы. Ну, может, дождемся. Хорошо, тогда вот один вопрос, Владимир Ильич. Скажите, вот вы сказали об этой вот, об этом лучике надежды, да, в турецком письме. Чем закончилось? Да, нет, пока еще ничем не закончилось. Это лучик, мы еще даже не начали проверять, действительно ли это так или не так. Но несмотря на это, существует еще и ряд других заказов, которые есть и могут быть сразу же реанимированы после того, как мы зайдем на завод. Хорошо, тогда вот скажите, Сергей Николаевич, был у нас такой вот, на самом деле, вот, генератор очень многих классных начинаний в Николаеве. И это, ну, совершенно подтверждается многолетней практикой. И благодаря вам некоторые возникшие здесь инициативы получили продолжение за стенами этой студии. В частности, вот эта вот история с пароходством, ну, с перевозками. Вот есть представитель городской власти, есть люди, которые так или иначе, ну, в любом случае, каждый из которых является лоббистом того, о чем мы говорим, да, создание инвестиционной привлекательности Николаева. Каждый из нас понимает, может быть, понимает какой-то кусочек, может быть, глобально, вот как Александр Михайлович, да, что нужно, в принципе, уже сейчас сделать здесь, чтобы это начало работать. Вот можно говорить о том, что, скажем, там завтра, ну, завтра сессия областсовета, там, допустим, с понедельника, да, произойдет какое-то совещание с вами. Причем, знаете, ну, не совещание, на котором назначится дата очередного совещания, а какая-то конкретная рабочая группа, в которой примут участие вот эти самые настоящие буйные, и результатом их работы станет документ, который будет работать. Не шахматка, на которой будет написано, кому надо и сколько занести, чтобы тебе сказали, в какую следующую дверь пойти и сколько занести там. А внятный какой-то проект, который можно будет начать осуществлять вот буквально с завтрашнего дня. Сергей Николаевич. Спасибо, Ярослав Владимирович. Первое. Ссылки на то, что надо создавать систему, необходимо ждать реформы и так далее. Я считаю, что надо начинать здесь и сейчас. Что надо делать? Я очень серьезно отношусь к вашему предложению участвовать в контраргументе, я готовлюсь. И вот в процессе подготовки к сегодняшней теме я встречался, кроме присутствующих, еще с рядом предпринимателей. Одна из них Татьяна Викторовна Казакова. Это генеральный директор Дом торговли Южный Буг. И очень вот, большой спектр предложений был, но она сказала, что конкретный бизнесмен хочет, желает поучаствовать в рабочей группе горисполкома, горсовета со своими конкретными предложениями. Более того, сидящие здесь и не сидящие здесь бизнесмены готовы отвечать за дело, за которое они возьмутся, своим авторитетом, которое они уже сделали. В том числе международным. В том числе и теми вот связями, которые уже у них есть. И теперь, Дина Александровна,
вот уже вышел наконец-то конструктивный конкретный, что бы я сделал на вашем месте или на месте зампреда, который вас курирует. Первое, появилось три хорошие темы. Первая тема – это молодежь. Вот я благодарен телезрителю. Соберите, особенно 5-6 курсы, вот, и экономистов, и технологов, и НКИшников, но необходимо вот этих буйных молодых и послушать совершенно разные фантазии. Да, эти фантазии потом просеивать через сито рациональности, но что-то из них выпьет. Второе. Александр Михайлович хорошо сказал, власть должна сегодня предложить бизнесу то, что мы, вы, город, сегодня конкретно бизнесу может дать. Раз, два, три, четыре, пять. Поэтому это можно сделать. И ну, из ряда проектов, я вам скажу, которые сегодня просятся в город, вот Гранатура сейчас занимается социальным хлебом. И вот та же Казакова по 3,55 продает сегодня хлеб. При том, что цена булки сегодня в среднем 6-7-8. Поэтому у нас есть мощности старых тех заводов, которые обанкротились. То есть вполне сюда можно завести или вернуться опять тем же идеей пекарен, которые дадут социальный хлеб. Нам надо сегодня 100 тысяч взрослых людей, надо необходимо кормить. Так вот, это то, что должна сделать власть. И третье, это то, что будем говорить вам не подвластно, но у нас, правильно Ярослав Владимирович сказал, есть 10 депутатов. Сформулируйте им задачу. Я скажу, что я знаю часть депутатов, которые желают. Но у них не сформулирована задача, а общие фразы «давайте менять систему» или «должны повернуться лицом», но это кроме как общие фразы. То есть три действия. И я готов принять участие, надеюсь, коллеги меня поддержат, так вот соберите, да, и пускай это будет совещание, я думаю, Ярослав Владимирович, мы не дадим совещанию перелиться в совещание я, то есть про заседавшегося. И сегодня вот таких, как присутствующие здесь, я вам скажу, 100 человек могут вполне изменить систему. И повторяю, настаиваю о том, что давайте делать упор на внутренние инвестиции, совместные инвестиции, муниципальная власть и интересы бизнеса. Муниципальный кредит. Да, Александр, я вот что хочу сказать. Никак, в принципе, вот такие наши, собственно, контраргументы, в данном случае круглый стол, я же говорю, не случайно он оказался именно вот в таком формате сейчас. Это своего рода, вот, знаете, вот в прямом эфире выработка решений, которые помогут городской власти, потому что я понимаю, что знаете, вот мы перед передачей говорили с Игорем Николаевичем, что есть такая очень заразная штабная болезнь, когда люди, вот, которые находятся в пределах своего офиса, считают, что весь мир вертится вокруг того, что они решают вот за своими там, двумя-тремя столами, и что это безумно интересно всем. А на самом деле оказывается, что в общем, весь мир об их существовании-то не знает. А вот когда возникает такой диалог, то есть надежда, что из этого что-то получится. Вы, возможно, как бы там слегка напряглись, когда я начал, в общем-то, задавать вопросы. Однако речь, собственно говоря, о том, чтобы прекрасные, безусловно, прекрасные теории уже сегодня заставить работать в практическом плане. И скажите, вот насколько предложение Сергея Николаевича, насколько то, о чем говорили вот все присутствующие здесь, реально воплотить жизнь с понедельника? И давайте вот прямо здесь, вот пока мы в прямом эфире, назначим дату этой встречи. И я с удовольствием пришлю группу, я расскажу об этом николаевцам, чтобы они знали, что слова городской власти, по крайней мере городской власти, не расходятся с делами. А у меня есть еще такое небольшое предложение, мы можем даже сформулировать, я могу предложить сформулировать, например, как квинтэссенцию реформы «это мы здесь и сейчас». Как вам кажется? Спасибо большое, во-первых, за предоставленную возможность вообще принять в таком, передачи такого формата. Все, конечно, это, наверное, один из эффективных способов важного диалога на сегодня органов местного самоуправления и с различными субъектами хозяйствования. И, конечно, все эти замечания мы, в частности, я восприняла по поводу... Первое, конечно, то, что на сегодняшний день проект сыровато еще, и надо все-таки конкретику какую-то предлагать, прежде чем, может быть, высказываться о чем-то. Вот. По поводу... Я прошу прощения, давайте мы послушаем зрителя, чтобы он не трубку слишком долго не держал возле уха, а, возможно, какую-то часть ответа возьмите на себя. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло, да. Меня зовут Андрей. Я работаю на заводе «Океан», и я хотел бы задать вопрос представителю завода «Океан». Можно? Пожалуйста, конечно. Я хотел спросить, длина сухого дока и ширина сухого дока. Больше ничего? Непонятно.
Плохо слышно, повторите, пожалуйста. Спрашивают размеры сухого дока. Пускай скажет длину и ширину сухого дока завода «Океан». Прекрасно, но я, к сожалению, не могу вам уточнить, точно ответить на этот вопрос, потому что я занимаюсь персоналом, это не моя часть. Производство не мое. Я прекрасно знаю, что такое люди, как с ними общаться, как отбирать персонал. А сухой док, ну да, самый большой, я знаю, что один из больших в мире. Ну, будем считать, что это квест. Если вы нам подскажете ответ, то об этом узнают все николаевцы. Так, похоже, повесили трубку. Хорошо, Татьяна Николаевна, ну, извините, Диана Александровна, ну, в общем, вопрос был не к вам. Продолжайте, пожалуйста. Тогда не будем вас больше перебивать никакими звонками. Пожалуйста. Ну, что бы я еще хотела сказать? Конечно, в плане того, что сегодня делает власть вообще в инвестиционной привлекательности, то город Николаев сегодня принимает участие в ряде проектов реальных, которые сегодня реализуются. К таким проектам можно отнести и модернизацию системы водоснабжения, которая стоимостью около 31 миллиона евро. Значит, к таким проектам можно отнести совместный проект с городом Кавала, Греция. Это энергоэффективность строения Черного моря. На сегодняшний день уже первая часть, 22 тысячи евро, уже освоена. Это было как бы такое аналитическое. Уже следующая часть будет посвящена тому, что, ну, конкретно будет на термосанацию строений направлены деньги. На сегодняшний день, что очень тоже важно, является вот именно горосполком, управление экономики привлекло грантовые деньги на решение проблем переселенцев города Николаева. Это 265 тысяч евро, вот, которые уже буквально со дня на день должны поступить на счет в банке, и мы должны... Да, основное все-таки не инвестиции. Давайте мы поговорим о создании вот этого самого климата. Это грантовые деньги. Это тоже создает инвестиционную привлекательность города. Если доверяю, там, к примеру, даже европейским... Ну, поверьте, деньги на переселенцев, это не инвестиции. Но вот все-таки давайте мы вернемся к тому, о чем говорил Сергей Николаевич, о чем говорил здесь присутствующий. Да, я к этому хотела вернуться, да. Конечно, мы всегда открыты для диалога, для работы. Работы и встречу, о которой вы говорите, ну, я могу согласовать с руководством. Я понимаю, что вы не можете прямо назначить дату, но, в принципе, на следующей неделе она состоится. Да? Тогда договариваемся, что вы приглашаете нас, и я буду очень рад при помощи нашей съемочной группы в ближайшем выпуске к вашей программе, к вашему совещанию, в ближайшем выпуске новостей показать вот всех здесь присутствующих, которые уже обсуждают практические аспекты того, о чем мы сегодня здесь вот полтора часа теоретизируем. Улучшение, то есть это реально. Инвестиционного климата город Николаев. А вот можно? Да, Сергей Ильич, конечно. Я бы так вот тезисно, если идти по этому пути, я бы вот что сделал? Все-таки инвестиция ради инвестиций, она ничто. Мы в данном случае рассматриваем инвестиции для чего? Для улучшения каких-то качественных показателей, которые все мы живем. Да? То есть я бы тогда на месте вот городского совета вместе с городским исполкомом все-таки, или какая-то рабочая группа, которая будет создана, выявил бы какие-то горячие точки, да, вот, или мы касаемся водный транспорт, да, который необходим, который был раньше в городе, но сейчас его нет, да. Транспорт просто, городской транспорт, которым пытаются делать коммунальные и все. То есть тематики, там, организация современных там объектов торговли. Выделать тематики, которые необходимы, которые дадут реально в случае исполнения, да, конкретную удовлетворенность жителям города Николаева, на экономическую, да, и тогда под эти проекты выставил какие-то конкретные требования, что необходимо, вот то-то, то-то, то-то. Вот есть такое инвест-предложение, которое необходимо реально городу. Может быть, даже, учитывая, что сейчас осень, будет формирование бюджета города, и заложить какие-то финансирования под этот проект уже со стороны городской общины, тогда значительно проще и эффективнее будет, или какие-то пакет лояльности и преференции под этот пакет, тогда действительно можно привлечь конкретно уже, это не взагали будут куда-то, а конкретный пакет предложений для инвесторов. И вот существует же, в Киеве достаточно часто, да, стартапы проходят для молодежи, но должен быть какой-то в городе, в городском бюджете должна быть такая ячейка, где финансы, для того, чтобы заслушивать молодые предложения или не молодые, но любые, ну, у нас, реальные. Я помню, была такая система развития бизнеса, им там регулярно проводили тренинги. Такие деньги осваивались, я вам скажу. Александр Михайлович, пожалуйста. А результата, правда, не было. Ну, а кого результат интересовал? Результат. Здесь мерилом работы считают усталость. Практически, что, в общем-то, очень важно для власти.
Вот мы сейчас говорим, я так понимаю, что здесь присутствующий никто инвестиций никогда не заводил. И вы знаете, что для того, чтобы оформить инвестицию, это вы себе представить не можете, что это такое. Чтобы она зашла и никто не может этого сделать. Поэтому очень важно создать орган власти городской, областной, то есть те люди, которые конкретно помогут оформить эту инвестицию, доказать эту инвестицию. Потому что вопрос для того, чтобы иностранцы сюда привели деньги, их надо здесь оформить. И потом говорит, дружище, 6 месяцев надо стоять в очереди, чтобы тебя там, в Киеве, может быть, оформили. Потому что инвестиции, это когда ты сюда по льготным условиям заводишь, тебе это зарегистрировали, и тогда ты после этого начинаешь развивать свой бизнес. Какой бизнесмен хочет ждать год или там полгода, когда ему в Киеве почему-то там это... То есть вот помочь, если есть инвестиции, то необходимо создать человека, который... в этом разбирается, который будет ходить в группу депутатов, которые помогут, собственно говоря, эту инвестицию зарегистрировать, и тогда это будет быстро. А все, что мы там проект назвали, это не значит, что завтра кто-то пришел и говорит, ох, я хочу. Нет вопросов, вот вам 10 миллионов евро, зарегистрируйте инвестицию, и поверьте мне, что сидящие, я просто, у меня все заказы иностранные, поверьте, я знаю, что это такое. И как только доходит дело до регистрации, а как инвестицию это завести, это невозможно. У меня сил нет, чтобы этим заняться. Поэтому ответственный орган, который должен эти инвестиции сюда привести и курировать, вот это та точка, с которой необходимо начать. Ну, то есть мы начали разговор с того, что Николаев является чрезвычайно инвестиционно привлекательным городом, а закончили с того, что сюда вообще завести инвестиции технически невозможно. Нет. Хорошо, мы прошлись по кругу, вы не находите? Механизм. Если говорить теоретически об этих инвестициях. Путеводитель инвестора, который как раз таки вот позволит решить эту проблему в системе единого окна, то есть чтобы никуда не ходить, никуда там не... Ой, помню про единое окно, очень им гордились, да. Единое окно, которое... Один из условий инвестиций – локализовать участие инвектора в контактах. Нет, я не знаю. С разрешительной системой. Поверьте, на самом деле, это вот, ну, понимаете, вот появляется хорошая идея, да? А потом она начинает натыкаться на реальность. И то, что мы сейчас говорим о реальности, я просто уверен, что, знаете, если это будет не просто вот рабочая группа для того, чтобы сделать красивую картинку на телевидении, а действительно соберутся люди, понимающие, как это делать и желающие что-то сделать, вот, как говорит Сергей Юрьевич, да, предложат уже какие-то не проекты, а схемы, что нам нужно в первую очередь и как это можно осуществить. Александр Михайлович Сагадаков, да, с опытом, с пониманием того, что такое инвестиции и как с ними надо работать и на каком месте они буксуют. И если все это соберется, то я уверен, что из этого будет толк. Скажите, Сергей Николаевич, вот во вторник на том самом совещании, о котором вы говорили, были ли, ну, по крайней мере, намечены пути решения тех проблем, о которых мы говорили на последнем контраргументе? Да, были конкретные предприятия, был капитан порта, то есть были и чиновники от порта, и люди, которые могут это сделать. Да, и ну, мне очень понравилось то, как это все происходило. И уж, коль вы дали мне слово, я поддерживаю, чем хороши контраргументы, вот то, что сказал Александр Михайлович. Вот мы оголяем те... болезненные, те вот болючие места, которые сегодня не дают, ну, реально развиваться. И в том числе инвестиции. И то, о чем сегодня ведь управление у нас называется, управление экономики и инвестиций. Раз. Второе. У нас есть постоянная депутатская комиссия по торговле и инвестициям. Два. Которую Александр Жоржевич как депутат курирует и, наверное, как зампред курирует тоже ваше подразделение. И третье, поддерживая Сергея Юрьевича, вот инвестиции должны быть направлены на то, чтобы улучшить жизнь горожан. Банально и просто. Так вот, смотрите, сегодня увеличивается количество желающих ремонтировать. То есть одежда становится дороже, 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 а дома быта в том понимании у нас сегодня нет. И хороший дом быта на 2000 квадратных метров, который современными технологиями, которые рабочие места, и, соответственно, это надо городу раз. Второе, мы носились, была очень интересная тема, все-таки тепличное хозяйство. Сегодня площади под эти вещи есть.
И сегодня наше тепличное хозяйство, почему мы завозим из Турции, Греции и так далее, Вы имеете в виду площади, потому что, ну, как бы, Николаев вообще, развитие агро вот этого промышленного комплекса вообще, как бы, ну, невозможно на сегодняшний день. Почему невозможно? А Зелентрес, Трасс? Нет, ну, такие какие-то они небольшие, но, как бы, мы вообще не рассматриваем вот именно аграрную, как вот это, именно в... Ну, может быть, речь идет не об аграрном, а, скажем так, о ботаническом аспекте, который мы... Цветы. Давайте цветы. Голландия, цветы по $10 за штучку. И давайте сделаем город-сад. Фантазии. Как Владимир Никитич скажет, фантазеры. Да, фантазеры. Мечтатели. Да, мечтатели. Портфель тоже, который тоже очень достаточно много проектов. Это в сфере туризма, это вот... Фантазия тоже, вот аквапарк «Адмирал», это и в сфере культуры, и в сфере медицины, там инсультный центр. Ну, вот скажите, то есть есть ряд, очень вот, много проектов. Нет, это правильно, это классная идея. Я и просто хочу понять, когда, вот что мешает им начать реализовываться. Я понимаю, что, если вас спросили, что мешает реализоваться, ну, время как минимум, деньги и так далее. Но начать, ну, посмотрите, ну, вот Винница, да, там, я не знаю, еще какие-то города, в которых это все уже получается. А у нас вот с 1994 года мы рассуждаем по поводу этой площадки. Вот сколько я занимаюсь журналистикой с 90-го года, столько я слышу рассказы о трафике. Слушайте, ну... фабрики там... Слушайте, ну если... Ну, давайте сравним просто, как... Винница, как налаженная инфраструктура в той же самой Виннице и в Николаеве. Ну, у нас просто 3 минуты осталось. Я не хотел бы вдаваться просто в спор, который, в общем-то, для многих очевиден. Речь о другом. Речь о том, то, слушайте, я вот за последние 2 месяца, ну, наверное, так в городах 5 побывал Украины. Ну, нигде нет вот этого количества будок, этого количества бродячих собак и этого всего остального. Но это ведь тоже привлекательность. Если сюда приезжает человек, он смотрит. У нас до недавнего времени в центре города алкомаркет всеми огнями переливался. До дня знакомые приезжают, говорят, слушай, мы первое, что увидели в Николаеве, ночью едем, алкомаркет на Советской. Ну, сравнительно недавно там. Да. То есть, это же ведь тоже инвестиция. Понимаете, что я вижу, там с Черкасок аллею каштанов или в Николаеве аллею будок. Это ведь тоже касается. И то, о чем говорит Сергей Николаевич, привлекательность, да, это и инвестиции, это не только что-то извне. Это то, что люди здесь готовы будут вкладывать, если они поверят в добрую волю тех, кто управляет городом. Ведь Владимир Мельчайко в свое время создал самый низкий в городе налог для предпринимателей. Сказал, пускай предприниматели начнут зарабатывать, потом мы у них что-то попросим. И когда я рассказывал в других городах, сколько у нас платят предприниматели за регистрацию, мне говорили, такого быть не может. То есть даже в нашей истории такие примеры были. Господа, у нас осталось всего 2 минуты до конца эфира. Что у нас, вот показывают мне, что побольше, потому что мы позже начали. То, о чем мы сейчас говорим, это явно намечается, в общем-то, какое-то практическое решение. Давайте вот буквально по минуте, по кругу, Александр Михайлович, начнем с вас. Повторюсь еще раз. Инвестиционная привлекательность начинается с легкостью ее зарегистрировать и получить. И поэтому сначала важно всем научиться и понять, что значит зарегистрировать инвестицию и получить. И самое главное, инвестору аргументированно сказать, для того, чтобы ты сюда завел инвестицию, вот это и вот это, у нас есть конкретный орган, мы это решаем в течение короткого времени, у нас депутатская поддержка, мы это продвинем. Вот это важно. Сергей Николаевич. Дина Александровна, спасибо. Спасибо за то, но, во-первых, я вам скажу, вы весьма прилично сегодня выглядели. Во-вторых, для сведения всех присутствующих, Дина Александровна выступала на трейд-клубе в субботу. И благодаря, вот в том числе этому выступлению, мне кажется, Николай Валерьевич, к вам уже трейд-клуб, человек из трейд-клуба, вернее, сторона трейд-клуба уже обратилась. А теперь в область практическую. Я вам скажу, все переводится в конкретную плоскость. Давайте работать. Давайте делать то, что положено делать. И при этом, поймите, инициатива должна быть от вас. Я не приду к вам, пока меня не позовут. Ну, почему? У нас приходят. Если позовут, то я приду. Хорошо. Понимаете, почему? Потому что у меня есть опыт, когда люди приходили и потом жаловались мне на то, как их принимали, воспринимали. Не в инвестициях, в других управлениях. Ну, такое есть. И поэтому давайте, вот то, что говорит Ярослав, сделаем первый шаг. Предложение, да, конечно, мы не против работать. Давайте работать. Николай, я хочу поддержать, продолжить мысль Сергея Николаевича, что действительно
горсовет должен, исполком горсовета, управление должно активнее работать с бизнесменами, у которых что-то получается. Оно должно их знать, приглашать, советоваться, чем помочь, что сделать. Потому что мы там, так мелькнула тема одного единого окна. Если там поковыряться, там столько проблем. Ну, понятно, да, я же говорю, что вот, которые требуют разъяснения. Даже последний привод туда, так сказать, перевели, то, что туда регистрационную службу, сколько это у вас проблем. Поэтому надо работать. Сергей Иванович, как вас заставить чаще улыбаться, когда заходит речь о перспективах? Я думаю, что можно больше чаще начать проявлять свою гражданскую позицию. Это больше. А что мы здесь по-вашему делаем? Я призываю большинство, которые есть в городе, проявлять свою гражданскую позицию. Чаще обращаться к власти, настаивать на своих каких-то решениях. Но и не давать застаиваться людям. Просто не давать. Людям во власти не давать застаиваться. Знаете, когда вот я слышу такие предложения, я начинаю думать о судах Линча. Это самый лучший способ ротации власти. Боюсь, что меня не поддержит большинство, по крайней мере, во власти. Хотя вот Александр Михайлович, по-моему, готов голосовать за это предложение. Он поднимает руку. Я настаиваю на демократическом. Хорошо, а если говорить о практическом вкладе вот, в решение тех проблем, о которых мы говорили, как вы видите свое собственное участие в этом? Я готов участвовать своим личным временем в этом. Спасибо, Сергей Юрьевич. Ну, мое личное убеждение, что вопрос решается тогда, когда есть люди, которые этот вопрос решают, его продвигают и двигают. Я считаю, что если разбивать инвестиции, то бизнесмены, предприниматели, они будут двигаться со своей стороны, а чтобы община получила, все-таки те люди, которые взяли на себя ответственность решать вопросы городской общины и которые за это тратят на это время, все-таки должны активизироваться и вот выявить основные моменты, куда можно было привлекать инвестиции и сделать такие конкретные предложения. Однозначно на эти предложения придут контрпредложения или корректировки, или свои предложения, а тогда пойдет движение. Вот то, с чего начать. Понятно, хорошо. Опять-таки, вот как вы видите свое участие вот в том, что, я так понимаю, с понедельника уже начнется? Я бы мог сформулировать ряд действительно проектов, которые с участием города и с участием инвестора можно было бы реализовать. Нет, Александр, я думаю, что это просто бесценный источник информации, который вы не можете упустить даже еще в этой студии. Игорь Николаевич, пожалуйста. Городская сеть быстрого питания. Да. Ну, мы здесь много говорили там обо всем. Мне, знаете, я по роду моей профессии, я связан с заводами, там, с океаном на сегодня, с Черноморским заводом, с 61-м заводом. Мы, в принципе, корабелы. Вот. И то, что лежит сегодня на поверхности, те мощности, те доки, те краны, вот, у нас сегодня есть это все. Я считаю, это самая сегодня прибыльная, самая лучшая инвестиционная программа, которую можно вложить в эти заводы, доложить, дать вторую жизнь, вот, запустить еще раз эти заводы. Ну, это самое, я считаю, это самое интересное сегодня для нашего города. Оно есть. Приватизацию запретил. Это сейчас на предприятии. Ну, давайте говорить так, оно есть. И надо добиваться, чтобы оно все работало. Тогда мы будем говорить, тогда мы не будем обсуждать, там надо нам строить, надо строить там нам пошивочные там, или это дома рембыта. Люди будут зарабатывать и носить туда одежду свою с деньгами. Потому что если в городе нет денег, мы можем мечтать сегодня о чем угодно. А деньги дают только производство. Вот это производство, которое вы... Ну, просто нет заинтересованных людей. То есть нет личности, которая будет руководить, ну, и привлечь заказы. Правильно. Вот и все. Давайте говорить так. Я с самого начала, тогда, когда мы еще начали разговор, должны быть реформы. Они должны быть правильно проведены, чтобы люди могли спокойно работать, чтобы могли инвесторы приехать сюда и быть довольными. Ну, Николаевич, я с вами совершенно согласен, просто мы сейчас обсуждаем то, мы не можем отвечать за реформы, за то, что не было сделано. Тогда... Николаевич, я просто говорю о том, что мы говорим о том, что мы можем сделать здесь, для того, чтобы реформы начали двигаться. В чем мечтать? По-моему, вот большинство присутствующих здесь как раз сказали о том, что они могут сделать, не мечтая, а уже сегодня. Через полгода вернемся, посмотрим, да? Почему через Ничего полгода? Ничего не изменится. Ну вот тогда я думаю, что нам имеет смысл поспорить. Диана Александровна, я вам предоставлю слово последней, а сейчас хотел бы Виталия Сергеевича услышать. Я хотел бы
присоединиться к мнению всех присутствующих. Дело в том, что все мы знаем, чего нам нужно ожидать от инвестора. Да? То есть это финансовое вливание, это налоги, это рабочие места, это технологии прогрессивные и так далее. Но в первую очередь нужно определиться городским властям, допустим, мы сейчас разговариваем об инвестициях на локальном уровне, а что же может дать городская община тому же инвестору? И как заинтересовать, и как привлечь этого инвестора. Второе, что нужно, на мой взгляд, сделать, это идентифицировать те объекты, которые сейчас можно предложить потенциальным инвесторам, которые существуют в городе на любых условиях. То есть я думаю, что это будет как бы первый шаг. Что я могу внести в это все? Я могу участвовать во всевозможных рабочих группах. У меня есть экономическое образование, антикризисное управление там, предприятиями. Я могу считать эффективность проекта, доказывать, если... Ну, то есть, ну, с вами, на вас тоже можно рассчитывать. Ирина, конечно. Я полагаю, что на вас с вашим опытом и видением еще до того, как государство сделает правильную реформу, можно рассчитывать уже на локальном уровне для того, чтобы уже сейчас начать что-то менять. По крайней мере... Всегда что-то надо пробовать. Правильно. Ну, теперь, Диана Александровна, я думаю, что очень логично вам завершить, как представителю городской власти, как человеку, в общем-то, который представляет тех, кому мы все время, все эти полтора часа апеллировали. Пожалуйста. Ну, хочу еще раз поблагодарить всех собравшихся и, конечно, что такие уважаемые предприятия города обращают на такие проблемы внимание сегодня. Это очень такой как бы важный момент. И со своей стороны хочу сказать, что все-таки мы предпринимали попытку общения вот с предприятиями по поводу инвестиционных каких-то проектов и все остальное. Вот. И ряд предприятий откликались на наши предложения. Вот. Но я думаю, что если... С понедельника начнет работать рабочая группа, и все присутствующие будут на ней присутствовать и делиться своим бесценным опытом. Это будет очень полезно, и мы будем благодарны, и будем работать. Договорились, за вами координация. Mm-hmm. Я хочу отметить еще один немаловажный факт, что, по крайней мере, часть присутствующих здесь уважаемых людей имеет как бы, совершенно четкие, так сказать, политические амбиции. И, в общем-то, представляя в том числе и блок Петра Порошенко, я понимаю, что люди, которые непосредственно реализуют здесь программу президента, программу правительства, в общем-то, могут... непосредственно ретранслировать то, что вот, принимается здесь на этом уровне, в тот самый законодательный орган, который отвечает за реформы. И опять-таки, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в общем-то, несколько раз уже на протяжении этого круглого стола, те депутаты, которые у нас есть, которые являются законодателями, которые, от которых зависит создание вот этих самых условий, о которых говорили вы, Игорь Николаевич, их надо просто правильно сориентировать, их надо правильно направить и объяснить, что необходимо в первую очередь для того, чтобы вот та самая инвестиционная привлекательность в Николаеве стала реальностью, а не фантазией, а мы в общем-то, стали бы настоящими практиками. Есть такая структура, координационный совет именно по привлечению инвестиций, поэтому можешь просто рассмотреть вопрос введения туда просто вот... Ну, представитель, который собрались сегодня, и работать в этом направлении. Отже, шановні присутні, шановні глядачі, ми закінчуємо сьогоднішню програму. Втім, я нагадую, що завтра о 14.30 з обов'язковим повтором о 21.30 ви зможете подивитися по скрипту до сьогоднішньої програми і дізнатися ще багато цікавого. Адже, напевно, не всі питання, які заслуговують на те, щоб отримати докладну відповідь, сьогодні таку відповідь знайшли. Будь ласка, будьте з нами, лишайтесь з нами. Наступного четверга буде не менш цікава тема, повірте, і тут також буде дуже гаряче. Наше кругле столи – це, скоріше, виключення з правила. Тут у нас інколи бувають справжні баталії. Я впевнений, що за тиждень саме така баталія тут відбудеться. Будь ласка, не перемикайтесь, будь ласка, лишайтесь нашим каналом. І дякуємо за те, що були з нами. А ми будемо працювати не тільки у студії, але і за її стінами. Саме завдяки тим рішенням, які ми спільно тут знаходимо. Дякуємо, все добре.